отвернулся от нас. Но все же мы выжили. Мы принесли тепло в наши дома. Мы исцелили наших больных. Мы накормили наших детей. Кто-то скажет, что мы нарушили наши обещания. Кто-то скажет, что мы предали своих братьев. А кто-то, что мы отреклись от Бога. Но это мы, а не они, завели нас так далеко. И тот, кто приносит жертвы сегодня, пожнет плоды завтрашнего дня.